Сейчас мы подмутим. Так, а что там дневник дистиллятора? А вот. Холера опять явилась эта скотина. А, ну это про этого. Про циклопа. Мол, спирт ему варили, а он там подзаебал всех уже. Выпил весь спирт. И все, и всех захуярил, короче. Как обычно. И еще я помню, где-то должен быть этот. Вон там, по лестнице. Так, что тут, никаких сундуков нет больше? Повезло. Здесь золото. Осталось немного солода. Так, сначала это положить надо сюда. Подожди, куда, блять? Или сюда, или куда? Сюда? Сюда, наверное, кладут солод. Добавить солод. Готово. Потом огонь. Теперь нужно прокипятить солод. Это мы умеем. Наверное, хватит, пора охлаждать. Чё там по рычагам, блять? Сначала справа, а потом слева. Вот так так. Оказывается, я неплохой винокур. Все, и катимся к друидику. Кстати, точка перемещения. И сразу к нему рецептики, чтобы он нам, блять, все свои выдал. Так. Я сделал все, о чем ты просил. Ты показал себя молодцом, парень. Ну что, Фритьев, начнем? Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжелая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придется подождать снаружи. И ни под каким видом не заглядывай внутрь. А с утра начнем обучение. Ты скажешь, наконец, в чем дело с этим ритуалом? Да что ж ты такой зануда? Скажу только, что это... Проблема крайне жгучая. Ну а теперь кыш во двор. Ишь ты, блядь. Пойду пока квест сделаю. Там, по-моему, карту дают за него. Ведьмак! Эй! Подойди сюда! Здорово! Ты звал меня? Ага. К счастью, мать природы не обделила меня голосом. Не то, что других. Видишь ли, один из нас, Эгель, вдруг онемел. Ни заклятия не помогают, ни эликсиры. Но говорят, голос... могут вернуть сильные чувства, переживания. Так что я подумал, может быть, ты... Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для гвинта.
Можно попробовать, но я даже не знаю, с чего начать. Мне его что, напугать? Вот, да, да, именно. Напугать, разозлить. Что хочешь, только не причини ему вреда. Эгель обычно крутится у священного дуба. Бедняка, наверное, возносит молитвы о своем выздоровлении. Так, где он там, блядь, ну-ка дай-ка. Задания. Дополнительные. Шоковая терапия. Так, братан, сейчас мы тебя подлечим, блядь. Истинная посуда. Можно сделать много шума. Ему огонь, он что-нибудь мне как следует грохнуть, когда он пойдет спать. Ты что там, блядь, где ты? Давай. Все, блядь. Че ты, блядь? Давай. Сейчас мы тебе пчел еще ебанем. Ну-ка. Совсем хуёво, да? Ты и есть тот самый молчащий друид? Ну да, глупый вопрос. Когда ты потерял голос, можешь показать на пальцах? Очень приятно с тобой общаться. Какими способами тебя пытались лечить? Тебе давали какие-нибудь эликсиры, травы? Мало того, что не мой, он еще и глухой. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Разговорами тут, кажется, не поможешь. Так. Отцепись от меня уже, ты! Я... Вы молчали. Но... Все. 3 года. 3 года ни слова, ни единого писка до сегодня. Я нарушил обет. Ты доволен? Прости, меня обманули. Я думал, что... Слова сочувствия. Исчезни с глаз моих, баран! Где этот тип, блядь? Блядь, он где-то внизу. О, поди сюда, ведьмак. Эгель хочет что-то сказать. Да, что ты старый хрыч. А, я отсюда слышал, как он вопил. Отличная работа, ведьмак. А вот награда, как я и обещал. Не люблю, когда из меня делают дурака. Запомни это. А то в следующий раз онемеешь по-настоящему. Даже не с кем говорить. Мне что, к гремисту ходить? Йорвит карта. И кто там, кстати? А где... А вот тут где-то еще вход, ага. Ну-ка, бля, нихуя тут у вас. Сколько барахла.
Не понял, че ты, блядь? Я вообще-то, блядь, купить что-нибудь хочу, заебал. Ладно. Там вообще по медитации нету, а медитация на N. Давай до 12. Так, выйти как N. И вправду легенды не лгут. Ты, блядь, сколько там сидеть-то будешь, сука? Да ёбаный в рот, блять, всякую хуйню нажимаю. Ух, давай еще. Ну и товар. Самый лучший. Из Морскогина. А спиртик с Градовой горы. Наконец-то мы немножко погудели, Фритив. Наконец хоть что-нибудь, кроме этих сучьих эликсиров и трансмутаций. Я вижу, ритуал еще продолжается? Геральт, говорил же я тебе же, что только друиды внутреннего круга. Круга-сруга, парень и так набегался. Ты б его в угол еще поставил. Ну хорошо, Геральт, налей себе. И начнем обучение. Обучение за бутылкой? Это я люблю. Да-да, это я называю активизационно-ассимилятивным методом. Сначала ты активизируешься, а потом, оп, ассимилируешь. Ну ты садись, садись. Начнем с усвоения токсинов. Тут, понимаешь... Практика – лучший учитель. Ага. В таком случае у меня уже есть кое-какой опыт. Тем лучше. Ты освоишь мои секретные методы. Смотри, берешь эликсир и буль. А говорят, старость не радость. Теперь разорять пацана идем. Учил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? Давай формулы, блять. У тебя есть что-нибудь на продажу? Есть, но я беру дорого. Сейчас я тебе, блять, фокус-покус покажу, блять. У меня тут есть. Опа, че так мало рецептов? Глифы какие-то. А нахуй мне глиф? А, беда, не греда, сука. Я не понял, как вообще тут все работает. Ну ладно, сейчас просто все скупим, блять. Хлам просто. Ща, погоди. Опа, косарик, блять.
камни всякие. Так, это он что? Рубеда, негреда, альбеда. Траву все по-любому надо скупать, она пригождается, чтобы крафтить. Сука, я думал, у него рецепты какие будут. Так, теперь. И где оно, блядь? Ну-ка, давай сюда обратно, блядь. Вот теперь заебись. Что мы можем скрафтить? Вот это я прям угораю. Вот. Гидроген. Ладно, давай. Разочек. Квибрита побольше можно сделать. Киноварь. Порос, нихуя там. А, пока хватит. Ибис. Эфир. Ну это первичные субстанции, какие еще есть? Ну-ка. Субстанции, слияние мутагенов. Так, эти мутагены мне пока не надо. Бомбы. Вон они из чего крафтятся, оказывается. Картечь. Самум. Так, масла. Тут тоже этот гидроген надо. Коричневое масло. Шанс увечья. Ну, вот это можно скрафтить. Гидроген, ну-ка. Нустрикс. Девяносто урон сверхъестественным существам. Каким это существом, не ясно. Я же крафтил только что гидроген. Ну ладно. Основа. Отвары. Что-то не хватает. Повязка, это понятно. Мощь знаков. Токсины, гром. И волгокошка. Так, ну ласточка есть. В смысле была, надо еще одну туда. Лес Марипура. Ясыть.
Здоровье повышает. Нихуя. Пурга. Что-то с гидрогеном странное. Тиара. И вот эта черная кровь. Отражает урон. Что с гидрогеном? Это Нострикс. Блять. Ладно. До свидания. Я бы сказал прощай. Так, ну теперь можно сгонять к этому. Где там Лугас этот живет? Он отправит своего сынка выручать. Это прикольный квест. Так, Арим Бьорн. Черная жемчужина здесь. Тут призрак. Так, погоди-ка. А, там тип-то этот проснулся, наверное, я хотел купить всякой параши. Где-то он тут внизу был. Бля, что-то не туда пошел вообще. Где вход-то к нему, блять? А вот. Ну-ка давай товары свои. Долго тебе еще? Если так и будешь стоять у меня над душой. Добро пожаловать в священную рощу. Покажи мне свои товары. Давай ко мне всю траву сюда. О. Рафара белого, нихуя. И этот самый Нострикс. Просто продать. О. Прощай. Что-то зацепил легенды не учел. Так, куда там? А, вот сюда. Да вы чё, блядь? А мой отец бьёт чёрных. Чё там? Уве, ну хватит уже. Это и правда. Чем отличается нильфгаардец от утопца? Ну чем? Утопцы умеют плавать. Дашь меч подержать? А, еще одна такая бородатая шутка, и ты отправишься плавать с ними. Трава от овечьего мора, ищу лекаря. И Дун, кстати, яблоко и Дун было в этом God of War, когда хпшку увеличивают, яблоко сундуков лутаешь. Молитва за усопших. Облава какая-то. Совет старейшин.
украден рог. Рог как-нибудь найдем, надеюсь. Теперь с этим попадем. Потом придется его завалить, конечно. Начистил луг и сурыла, а теперь вот так запросто по улицам ходишь? Для друзей у нас есть сердце. А для врагов топор. Помни об этом. А где Лугас-то, блядь? А там повыше. Блядь, я не помню, где он. Тут, наверное. Так, а нет, тут нет ничего. В домике в каком-то он. Ты уверен, что это был Нильфгардский флагман? Приезжают знает, тут всякие с большой земли, а нам потом их трупы искать. Чё-то я не вкурил. Какой ли ты крепкий, как выглядишь? Ну тут должен быть, нет, а тут его нету. Блять. Мы об этом уже поговорим. Этот черный вырвал ему сердце. Этот со мной еще бился. Не по душе мне такой спокойствие. Ты не нарывайся. Как будешь иметь дело со мной? Затишье перед бурей. Эх, Оля Кристиан, вечно ты видишь все в черном свете. Так, ну а где тогда... его сыну помогать там, блядь. Вот здесь, что ли, или где, что-то я, блядь, не помню. Развалины корчмы, грот. Где-то здесь, на главном острове. Блять, я не помню. Ну и ладно, потом поищу. Избранник богов. Скачки можно сделать. Когда нет короля, начинается смута. Ян Край, ты чужой. Бессонная ночка, а? Так, тут чё? Примем участие.
Эй, ты! Подожди-ка. О. Привет. Привет. Позволишь взглянуть на твои травы? Ну, травы скупить для порядка. Теперь ей барахлишко. Все. Увидимся. Удачи тебе. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. В чем дело? Я вижу, ты человек в боях и походах искушенный, а мне помощь нужна. Видишь, какое дело? Я о сыне беспокоюсь. Ушел он из дома и вторую неделю не возвращается. Ты не посмотришь, что с ним? Сперва поговорим о награде. Ну-ка. Что? Ох, ведьмак, столько, небось, даже у краха в сундуках нет. Ну, хуй с ним, давай 200. Сделай милость старому человеку, скинь еще пару крон. Лишь пару, блядь, ну давай, хули. Сделай милость старому человеку, скинь еще пару крон. Заебешь, блядь. Много. Эх, придется у родни призанять. Но пускай будет так. Для сына не жалко. Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости, к востоку отсюда. Он пошел туда с какими-то бродягами с Фарер. Он в таверне с ними познакомился. Задурили ему голову разными историями про какие-то тамошние сокровища. Говорил я сыну. На Фарерах одни лжецы. Не водись ты с ними. Ну так ему уже лучше знать. Как его узнать? То, что он не слушает отца, свойственно почти всем молодым людям. Зовут его Ольве. Веселый. Шепелявит чуть-чуть. С виду-то он неприметный. А еще, когда он уходил, была на нем желтая рубаха. Красивая. У нас в деревне ни у кого такой нет. Он ее от меня получил год назад, на день рождения. Этого, наверное, хватит. Я поищу, но ничего не обещаю. Погоди, а где скачки-то, блядь? Сейчас не вкурю нихуя. А вот. Сюда. А помнишь, как в том году Йове сорвался вместе с конем со скалы? Да, да. С кем тут попиздеть? Но красиво. А вот он. А, это ты. Первый чужак, который хочет участвовать в скачках смельчаков. Ты же поедешь? Если что, место-то найдется. Поеду, поеду. Может, даже выиграю. Если ты не только болтать умеешь, но и с седла не валишься, кто знает. Люди, раскройте уши! Скачка сейчас начнется! По славу Великой Матери поедут Быстрый Освальд, Свен Нелюдим и Геральт из Риви! Берите самолодья! Готовьте! Что-то вы плохо выглядите. Зайдите... Но! Пойдем выпьем после работы. О, нет. Держись от меня подальше, приблуда! Энергия пиздец, конечно.
Никто не обгонит быстрого Освальда! Держись от меня подальше, приблуда! Шевелись, плотва! Никто не обгонит быстрого Освальда! Но пошла. Ой, блядь. И все-таки выиграл не ты. Что же, может, в следующий раз? Пиздец, нахуй. Геральт, ты поедешь? Поеду. Люди, раз... Опять нахуй, ну-ка. Беритесь за болотья, готовьте! Шевелись, плотва. Держись от меня подальше, приблуда! Никто не обгонит быстрого Освальда! Я пошла! Держись от меня подальше, приблуда! Никто не обгонит быстрого Освальда! Давай! Вперед, плотва! Брунгильде он бы понравился. Да, и все-таки выиграл не ты. Ты чё? Что же, может, в следующий раз? Ты совсем ебанулся, что ли? Геральт, ты поедешь? Остальные... Поеду. Люди, рад... Но! Вот этого я не понял, блять, как я проебал. Держись от меня подальше, приблуда! Шевелись, плотва! Никто не обгонит быстрого Освальда! Держись от меня подальше, приблуда! Давай, плотва! Никто не обгонит быстрого Освальда! Пошла! Давай, плотва! Ну шо ты, блядь? Не торопись! Все как ты и говорил, ты выиграл. И слава твоя, и награда. Блять. Так они так близко скачки, я ничего не могу понять. Наверное, да. Давай, плотва! Пошла!
чужак на следующем. Погоди, плотва. Не уверен, что мне это нравится. Когда будешь уверен, тогда и жалуйся. Да. Хочешь болтать? Иди в корчму. Я слышал, Свана допустила тебя к скачкам, но хватит ли у тебя храбрости, чтобы в них участвовать? Ага, можем начинать. Слушайте, люди, во славу Модрон Фрей поедут Геральт из Риви, Арве Гребец, Красная Рика. Смерть. Давай, Рика, покажи! И она шпарит. Вот тут хоть значки. Я не дам тебе выиграть, приблуда. Ты едешь как баба. Приблуда. Но! Я не дам тебе выиграть. Ты едешь как баба. Ну-ка тихо, блядь. Приблуда. Чё? Эй! Какие проблемы? Победил Геральт из Риви, ведьмак! За такой подвиг полагается награда. Возьми, пусть она напоминает тебе о твоей славе. Где там следующее? Скачки, скачки. Сейчас в задание гляну. Скачки Фирсдаль. Карта. А, вот. В принципе, можно доехать. Вау! Ну-ка, плотва, поехали. Но! 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 Шевелись, плотва! Давай, плотва. Но. Так, где-то тут недалеко. О. Нихуя. Сейчас мы, блядь. Можно сдаться. Да наградят тебя боги, ведьмак. Я же тебе смогу дать лишь скромный подарок. Загляни ко мне домой, тут недалеко. И где это он будет? Так, ну травник. Может здесь?
Ну что там? Нордлинг? Ты справишься, Эгги! Хорошо, что ты здесь. Нам для скачек не хватает одного человека. Не хочешь поучаствовать? Конечно, хочу. Тогда давай в седло. Люди, у нас есть третий. Вместе с лысым Сигги и Эггером Рыбаком поедет Геральт из Ривии. Приблуда. Пошла! Это все, на что ты способен? Быстрее не можешь? Но! Шевелись, плотва! Но пошла! Вперед, плотва! Вроде успел. Слушайте, люди! Выиграл Геральт из Ривии! Ты покрыл себя славой, ведьмак, и заслужил прекрасную награду. Теперь тебе остался только один заезд. На Хиндарсфьяле. Если проедешь, как сегодня, победа будет твоя. Так, что там? Ну, до сюда хотя бы доехать, чтобы переместиться. Там монстр какой-то, блядь. Куролиск, по-моему. Хиндарсфьяль. Признаться, я не думала, что ты выиграешь хотя бы раз. А ты победил трижды и получил право участвовать в великих скачках. Я здесь. Мы можем начать. Будь осторожен. Это великая честь и великая опасность. Время начать великие скачки. Во славу Фрейи будут состязаться Геральт из Ривии и победительница прошлого года Астрид по прозвищу Змея. Плотва, не так быстро! Быстрее! Эх!
Но... Держись подальше, чужак. Но пошла. Приблуда, ты куда там? Друг, я... Ну, прошу тебя. Избавитель народа. С маршрута сбился, заебись. Сука. Ёбаный в рот, нахуй. Ты уступил, но в споре с лучшими. Само участие в великих скачках — повод для гордости. Ага, меня от нее прям распирает. Ну ничего, до скорых встреч. Ты что, курва? Хочешь сказать, я провалил, что ли, задание или что? Ну-ка. Выполнено. Или оно осталось, можно еще раз поехать. Ну-ка. Нет. А, вот. Давай еще раз, блядь. Будь осторожен. Время на... Давай, 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 блядь. Давай, плотва. Осади. Эй, воздух на большой земле, видать. Держись. Шевелись, подальше, плотва. Чужак. Нихуя. Ты чё, бля, С дороги, а то убью. Но. Пошла. Чтоб тебя. Я-то издалека таких... Давай. Пиздец, нахуй, тварь. Тупая, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Юс... Ага. Ну-ка давай, блядь, бабка, нахуй. Будь от... Сука, ты тупая, давай, я тебя сейчас, блядь. На! Ну-ка, блядь, в сторону, нахуй. Блядь, нихуя. Дороги, а то убью. Но! Пиздец, блять. Ёбаный в рот, нахуй. Не торопись. Сука, я ебал, блять. Тварь тупая, нахуй. Юс. Ага. А есть вообще там в модах, блядь, этот, как она называется, скорость плотвы, блядь. Ковый процесс. Сука, наверное, нету. Сука, ты тупая, блядь. Признат. Будь от... Время на... Вперёд! Учитесь быстрее ветра и колесницы богини. Но! Еду! О! Ведьмак? Друг, держись подальше, чужак. Да пошел ты. На! Пиздец ты, курва тупая, нахуй. А стой, чародейка. Шевелись, плотва. Бродяга. Ёбаная ты тварь, нахуй.
Ага. Признаться, будь от время. Давай, плотва. Быстрее ветра и колесницы богини. Еду! Еду! А топором умеешь махать, а? С дороги, а то убью. А вот тут срезает, да. Держись подальше, давай, чужак. Приблуда. Тихо там, блять, приблуда. На! Ну прошу тебя, вы лучше себя чувствуете. Теперь помедленней. Гонка смельчаков завершилась. Геральт из Ривии опередил Астрид Змею. Белый волк оказался черным конем. Прекрасный забег. Богиня должна быть довольна. Ты же возрадуйся награде. Неплохо, должен заметить. Не знаю, что будет через год, но я попробую приехать. В такую погоду в бой выступали. Шанс охладить. Давай, шанс. Блять, он вытаскивать не может. Хуёво. Вот сколько бомб. Что-то их по одной делается, конечно, хуёво. Ой.